На данный момент я тренер-преподаватель по баскетболу. Тренировки у нас проходят 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Помимо этого я еще занимаюсь маленькими детьми. Это старшая группа, у меня есть еще также младшая. Соцконтракт стимулирует молодых специалистов. Так как на начальном этапе молодой специалист, ему трудно освоиться. И соцвыплаты помогают нам как бы достичь определенного результата. Игорь Алексеевич пришел к нам полгода назад примерно. Я сразу захотел к нему прийти на тренировки, потому что он молодой. Я хожу на баскетбол уже более 3 лет. И за эти полгода я очень многому научился. То есть прям по сравнению с тем, что я умел и сейчас, что я могу, это небо и земля. Мы ездили на соревнования, нас участвуют в нашем Чернянском на районе соревнования. Вот в ближайшем времени поедем на Белгородскую область на соревнования. Ну, Игорь Алексеевич нас подготовил, думаю, призовое место возьмем.